Ladies and gentlemen, introducing a fighter in the red corner, 17 years old, 169 centimeters, 57 kilograms. Her professional record of 5 fights, 5 wins, 2 victories by knockout. From Russia, ladies and gentlemen, Natalia Chuchkova! Introducing a fighter in the blue corner, 22 years old, 157 centimeters, 56 kilograms, her professional record of 6 fights, 4 wins, 1 victory by knockout, 2 losses, ladies and gentlemen, from Slovakia, Kristina Lintarova! Ну что ж, дорогие друзья, очень волнительный момент. Две прекрасные девушки сойдутся в ринге. Сейчас супер поединок, в котором отношения выяснят Наталья Дичкова из Петрозаводска по прозвищу Рысь. И сражаться она будет с Кристиной Лентеровой из Словакии. Весовая категория 57 килограммов. Наталья Дичкова, несмотря на свой достаточно юный возраст, ну, будем так говорить, да? Уже очень титулованная спортсменка, и чего за примером далеко ходить, выиграла она первенство мира в Санкт-Петербурге по тайскому боксу, вот который состоялся совсем недавно. На самом деле у Натальи очень напряженный график. В декабре ей предстоит отстаивать свой чемпионский титул, завоеванный в Таиланде. Потом в декабре в том же у нее будут происходить любительские бои во Франции, а затем уже первенство России среди женщин, которая также будет нелегким испытанием. Обрати внимание, как работает сейчас представительница Словакии. Стоит в стойке, которая характерна обычно для спортсменов, представляющих тайский бокс. Да, Тичкова раздергивает соперницу, пока не форсирует события. Первый взрыв. Давид, очень много было разговоров вообще о женских поединках, и надо ли оно все это, вот на твой взгляд? Вот, две девушки в ринге должны встречаться вообще или как? Ты знаешь, по правде сказать, я не сторонник, в принципе, контактных единоборств именно с женской стороны. Не сторонник я участия прекрасной половины, скажем так. Но если есть спрос, если публика требует, потому что... как говорится, есть азарт, есть некий запал в этом, поэтому, наверное, кому-то это интересно. Просто я еще что хочу сказать, что нельзя не делать никаких скидок, да, вот то, что они девушки, они вышли на ринг и бьются. Они профессиональные спортсмены точно так же, как и мужчины. И именно за это они достойны всяческого уважения, потому что они вкладывают во все это огромный труд, наравне с мужчинами, а может быть даже и больше. Согласен, но сердце кровью обливается, когда я вижу, как удары приходятся в цель, то есть по лицам прекрасных дам. Просто несопоставимое на самом деле чувство. Ну да ладно, давай попытаемся от этого абстрагироваться, посмотрим на поединок. Пока что Наталья Дичкова владеет территориальным преимуществом, причем огромным. И хочется сказать, что Наталья пока не использовала свой потенциал, не показала его даже процентов на 15. Несколько таких мини-взрывов мы с вами увидели в исполнении Натальи Дичковой, но не более того. Мне думается, вот эта стойка, в которой находится соперница Дичковой, очень в скором времени сыграют свою роль, и удары Натальи, которая бьет очень жестко для девушки, она вообще работает в такой мужской манере. Она очень агрессивно всегда работает и сражается. Это было видно по ее поединкам в тайском боксе. Ты знаешь, Наталья настоящий трудоголик. У нее была довольно-таки тяжелая судьба. В 12 лет она лишилась отца, человека, который привел ее в данный вид спорта. И тем не менее, она никогда не сдавалась, постоянно шла вперед. И сейчас она находится именно на том уровне, на котором и должна быть. За что ее, конечно, мы очень ценим и уважаем. Итак, пока у нас есть небольшой перерыв, я расскажу про Наталью Дичкову несколько подробнее. Она многократная победительница первенства России по тайскому боксу. Многократная победительница первенства России по ушу саньда.
Кстати, у Натальи Дичковой есть разряд по легкой атлетике. У нее второй разряд по легкой атлетике, и она победительница различных региональных соревнований в толкании ядра. Вот такая миниатюрная хрупкая девушка, да, потому что обычно толкательницы ядра, они выглядят, ну, несколько иначе, да, нежели то, что из себя представляет Наталья Дичкова. Так вот, тем не менее, Наталья Дичкова выигрывала региональные соревнования по толканию ядра. Ну, теперь понятно, да, откуда сильный удар, в общем-то. Ну, это шутка, конечно. Ну, что ж, как говорит, сам Бог велел. Шутки в сторону, у нас второй раунд. По-прежнему Наталья владеет территориальным преимуществом, идет вперед, атакует и атакует очень уверенно. Мы сейчас видим прекрасный фронт-кик в ее исполнении. И подавляет она свою соперницу. Но ты знаешь, мне все равно кажется, что Наталья еще до конца не включилась. Она вот так поддавливает, она контролирует ситуацию. Бросается словачка на Наталью. Может сейчас... Это ей боком выйти, что называется. Но с другой стороны, если все будет так продолжаться, мы с тобой не увидим крови, мы с тобой не увидим тяжелых нокаутов, скорее всего. Если все так будет продолжаться, я повторюсь. Потому что Наталья Дичкова, разумеется, будет прибавлять. Ты знаешь, мне кажется, что уровень соперников в данном поединке очень и очень разный. Все-таки Наталья ощутимо сильнее, мастера Вития, владеет, у нее более богатый техничный арсенал. Арсенал, да, совершенно верно. Вот сейчас прекрасный прием. Приостанавливает поединок. Небольшая проблема с амуницией, надо ее устранить. Но пока целиком и полностью бой проходит под диктовку нашей спортсменки, что, конечно же, отрадно. Хотя, с другой стороны, я не вижу каких-то путей выхода для представительницы Словакии. Минуту, чуть меньше еще боксировать во втором раунде. Ищет Наталья Дичкова возможные варианты для нанесения хорошего точного удара и вроде бы находит. Меня по-прежнему не покидает чувство, что Наталья Дичкова действует, ну, если не с некоторым снисхождением, да, но как будто с определенной линцой. Вот как-то, ну, не хочет она работать в ту силу, которую она может. И она не хочет показывать тот бой, который мы привыкли от нее видеть. Ты знаешь, мне кажется, что она просто-напросто ждет от своей оппоненты, от своей оппонентки более продуктивного боя, что ли. Так как полностью отдает словачка инициативу Наталье, поэтому... Давай просто прямо скажем, она открыто ее избегает. Совершенно верно. Я так думаю, что если бы словацкая спортсменка была чуть более активной и агрессивной, наверное, то, скорее всего, мы увидели бы более конкурентный бой. А так Наталья Дичкова тратит большую часть своих сил на то, чтобы загнать соперницу в угол, чем на то, чтобы показать какие-то комбинации или удары. А вот как раз таки по статистике Наталья проигрывает на один удар. Что касается ударов в рук. Вот, честно говоря, Кристина Алентерова мне не очень известна. Давид, тебе как? Ты я в курсе вообще? Здесь с тобой солидарен. Вот, поэтому ничего я не могу сказать об этой спортсменке. Пока лишь можно отметить то, что Кристина Лентерова старательно избегает открытого боя, во всяком случае, с Натальей Дичковой. Она старается контратаковать, но это получается не совсем уверенно.
Поэтому Наталья все это видит, все попытки соперницы контратаковать. И Наталья прекрасно с ними справляется. Кстати, в жизни Натальи есть не только кикбоксинг, как вы понимаете. Она хочет получить хорошее образование. И, конечно, она хочет больше свободного времени, чтобы оно у нее просто было. Она хочет проводить свое свободное время побольше в театрах, например. Любит слушать классическую музыку. Вот такой всесторонне развитый человек Наталья Дичкова. Хороший удар справа, еще один доходит до цели. Есть ощущение, что словацкая спортсменка чуть-чуть поплыла. Обрати внимание, Давид, как притихли зрители. Такое впечатление, они находятся в ожидании чего-то. Да, только что-то чего будет. Довольно-таки удрученный взгляд соперницы Натальи. Возможно, она уже смирилась с тем, что не удастся сегодня ей одержать победу. Пропускает навстречу, посмотри, пропускает. Такое впечатление, что с перепугу бросила руку Кристина Линтерова. И ура, рука дошла до цели. Вязкая борьба у канатов. И поединок возобновляется. Пытается оттолкнуть соперницу Линтерова фронткиками. Плохо это получается. Наталья Дичковой, кстати, другие болельщики, некоторые болельщики... Отличный супермен-панч. Дали прозвище «Танк». И вот сейчас Наталья Дичкова, которая не согласна с этим прозвищем, кстати, полностью его оправдывает. Она идет вперед. Ее не останавливают встречные удары Линтеровой совершенно. Они ее абсолютно не волнуют. Даже вот тот очень неплохой встречный удар, который словачка нанесла, никак не повлиял на рисунок боя. Абсолютно. Третий раунд близится к завершению. Абсолютная безнадега сквозит в действиях Линтеровой. Ничего не смогла она сегодня показать. Абсолютно. Но давай будем говорить прямо, что сошлись соперницы из разных лиг. Да, разного чемпионка уровня. Всего, чего только можно, Наталья Дичкова дала мастер-класс Кристине Линтеровой. Обошлось без нокаута сегодня. Наверное, это и хорошо, правда? Соглашусь с тобой. Наталья была сегодня лучше, смотрелась гораздо более уверенно. Атаки ее были очень-очень продолжительны. Хотя я думаю, что Наталья Дичкова будет не очень довольна этой победой. Мне кажется, она бы хотела выиграть несколько убедительнее. Скорее всего, досрочно. Ты знаешь, учитывая такой плотный и жесткий график, в который Наталья сама себя вогнала, здесь простительно, я думаю, все-таки. Вот такой вот перформанс. Очень молодая спортсменка. И говорить о том, что она перспективная, просто сказать ничего. Будет некорректно. Будет некорректно. Она уже выиграла титул. Она выигрывала чемпионат мира. Она многократная чемпионка России. Так что все горизонты открыты перед этой замечательной спортсменкой, красивой девушкой. Порадуемся за ее убедительную победу. Пожелаем ей новых успехов, которые непременно будут. Наталья Дичкова! Со счетом 3-0 победу одерживает победа. Наталья Дичкова. С чем ее и поздравляем. Блин, приглашается сопредседатель мировой версии WFF, мастер спорта по кикбоксу Сергей Четверога и президент Федерации кикбоксинга России. Будем говорить прямо. Сегодня у Кристины Линтеровой не было ни единого шанса на успех. Ни одного. На таком турнире, как W5, очень бы хотелось, W5 Fighter очень бы хотелось увидеть более серьезную конкуренцию, что ли. Такую, например, как мы видели в предыдущем поединке, в котором сражались Макс Шальнев и Иван Бабаченко. Ну что ж, а мы передаем слово нашим аналитикам турнира. Ну
что мы увидели, как настоящая русская девушка Наталья Дьячкова победила словацкую соперницу. И вместе со мной этот поединок проанализирует генеральный директор промоутерской компании «Плечом к плечу» Дмитрий Иванов. Дмитрий, ваше вам слово. Но Наталья – это молодое дарование, и хорошо, что она начинает себя раскрывать как профессиональный боец на наших турнирах. И я думаю, что это не последнее ее выступление. Хотелось бы сказать, что у нее очень правильный посыл. Она видит необходимость навязывания профессиональной манеры. Жесткий удар, идет вперед, агрессивная атака. И в целом она не оставила никакого шанса для Кристины. Ну и на самом деле параметры, даже вот такие физиологические, они очень серьезно отличаются одной спортсменки от другой. И сомнений не было. Не кажется ли вам, что соперница была все-таки послабее, скажем так? Ну, я думаю, это мягко говоря, но, видимо, для Натальи это бой такой, на такой площадке первый. И я думаю, что с каждым боем она будет набирать не только опыт ведения профессионального боя, но и, естественно, рост соперниц. Поскольку нам все-таки не будет безразлична судьба этой спортсменки, и мы бы хотели дальше работать. Анастасия Янькова когда же почтит нас своим присутствием в ринге? Она на самом деле сегодня приехала из Таиланда, она там была на тренировочном сборе. И в самое ближайшее время в средствах массовой информации мы дадим анонс ее будущего боя. Да, ну и напоследок, эксперт комментарий по поводу следующего боя, Кошелев против Пиржановский. Ну, на самом деле, я думаю, что Кошелев, он одержит победу, это мое мнение. Но ринг уже как показал несколько раз, не ринг показал, а спортсмены, что бой может совсем пойти в другое русло, как это было между Суршко и Жирносеком. Это действительно, мы все ожидали победу одного соперника, но увидели другой поединок. Поэтому это зависит прежде всего от подготовки бойцов. Насколько они вложились в поединок, насколько они готовы, насколько им интересна сетка. И мы видим, что некоторые спортсмены дают очень серьезный результат. И это говорит о том, ну, во-первых, об ответственности и о желании пройти дальше в сетке и стать победителем. Соглашусь с вами сейчас, но, как мы знаем, коррективы будут, наверное, будут какие-то внесены в ринге, потому что, например, в некоторых боях даже сегодня мы думали, что выиграет один спортсмен, или думали, что один спортсмен выиграет уверенно, а по-настоящему было не совсем так. Ну, конечно, небольшой фаворит в этом бою Артем Кошелев, ну а сейчас мы посмотрим, так это или не так.